Всем привет, ребята, и сегодня я буду переписываться с Марьяной Ро. Скорее всего, это фейк, и я еще, кстати, не писала. Ну, давайте попробуем ей написать, так как она онлайн. Итак, напишем ей привет. Что-то она вышла. Странно. Вот, прочитала, онлайн опять печатает. Круто, нам ответила Марьяна Ро. Она мне написала, привет тебя, я Яна зовут. Ну, откуда она узнала? У меня вообще-то такой аккаунт в WhatsApp. Вот, я ей написала, откуда ты узнала, у меня другое имя в аккаунте. Она мне написала, ну просто у меня подругу так зовут, и я подумала, что мне пишет моя подруга. Нет. Нет. Я ей написала, нет, я не твоя подруга, скорее всего, мы не знакомы. Тут у нас, она мне ответила, я уже поняла, извини, я перепутала, ну так что, давай что ли тогда поговорим? Ну давай. О чем же ее спросить? Ребята, я ей написала, может, я задам тебе несколько вопросов, а она тут вышла и вот зашла сейчас. Так, она мне ответила, не знаю, это сколько, но только не про Ивангай Фейс. Блин. Странно. Она мне написала это лично и два восклицательных знака. Вот она мне написала один вопрос из личного про одного человека, Ивана или Фейса, выбирай. Я ей написала, почему вы расстались с Ивангаем. Так, что-то не отвечает наш Фейк. Итак, я ему напишу, ну. Так, она нам ответила, ладно, только все на вопросах договорились. Что? Я ей написала, что она мне ответила, только по секрету. Я ненадолгое время ушла, я ей написала, я сейчас приду, я пришла. И она мне написала, он мне подарил грязное кольцо, и мне оно не понравилось, а потом он крикнул, и... вот так. И я его потом бросила, ушел, все, я рассказала. Вот. Я ей написала, можно еще один вопросик, не про личное. Она мне ответила, о, какой. Я ей написала, ты будешь еще снимать видео, если будешь, то какие. Она мне написала, нет, не буду. Я занимаюсь теперь личной жизнью, но мой видео вести где-то в Клай Мюзикл. Я, если что, сказала, где-то. Я ей написала, у меня шок, я так любила твой канал, ты же его один раз бросала, может, будешь снимать? Она мне написала, нет. Ну, меня фейк вообще бросил. После этого вопроса она вообще вышла и перестала мне отвечать, перестала читать сообщения. Я ей написала, ну ладно, и последний вопрос, где ты? Я думаю, пора заканчивать это видео. Всем пока.